Как каменно-ледовая обстановка? Каменная в основном. Это хорошо видно на видео, я тебя снимал. Но ты доволен, что ты покорил вершину? Много матерился по дороге? Не очень, но были слова нецензурные. Я еще одну оставил на потом. Какую? На каменную-то и не полез. Как всегда, традиционно в марте у меня и моего товарища по прозвищу Монгол появилось желание пофрирайдить в Шерегеше, вдали от мест, где отдыхают нормальные люди. Стояла задача громоздиться на гору и сутки ждать монгола, а потом дружно добраться до вершины Мустага и по возможности спуститься по пухлячку. Скажи, как вы тут живете без снега? Плохо мы здесь живем. Но обещает снег-то вообще? Нет, конечно, снега не будет. Еще киргизы сказали, зима не будет. Сейчас смеетесь, потом плакать будете. Отличная возможность скоротать время. День рождения товарища с огромными кусками барбекю. Ну что, снова? С весной! Вы на видео все снимает? Да. Привет, Шерегеша. Так-то я сам слышал голос. Это 2 марта. Предостережение об отсутствии снега нас не пугало. Но по прибытию стало понятно. Не так все просто, а вернее даже никак. Кусок бабской штанины. Вранье! Вранье! Скажи, может, ты знаешь, что случилось со снегом в этом году? Москали спекрали. Клятые москалы сгрызлы. Не будет снега. Все. Весна началась. Ну ты по-серьезному просто скажи, что происходит? Да ничего. Земля наткнулась на небесную ось. Климат поменялся. Снега в этом году так много, что даже курума повылазили. Вот так вот. Но на самом деле мы снимаем природный катаклизм. И от креста мы прямо спускались на лыжах все сезоны. В этом сезоне это сделать невозможно. Прорысачив по курумнику с лыжами на горбу около 3 километров, я добрался к месту встречи. Не торопясь, поведал монголу, как мне жаль мои ботинки, лыжи и, конечно, самого себя. Тем самым обосновал убедительно целесообразность моего дальнейшего участия в этом групповом суициде. Далее Алексей выдвинулся один. До вершины оставалось около 5 километров каменного фрирайда. Честь добраться до вершины досталась самому сильному. Мне оставалось теперь только ждать.
то время, когда мы занимались каменным фрирайдом, народ из Барнаула использовал трассы по назначению. За рулем спортивного АТВ Дмитрий Малышев. Дмитрий поставил задачу подняться в зимнее время на вершину курган. Для этого потребовалось шиповка колес и дождаться расположения духов гор. И вот этот день. Снега нет. Как всегда, вопросы. Сколько жрет? Сколько прет? Как едется на заднем приводе? Первый заход явно не удался. Колеса пошли в юз. А мотоботы шиповать не пробовали?